Давайте откроем сундучочек наш. Вау, да не может быть. А почему все такое красное было? Я думал, может быть, мне я выиграл танк. А нифига. Нету никакого танка. Ну да ладно. А давайте дальше играть. Возьмем нашего Феникса. И будем играть против других игроков. А кстати, если я подполковник, мне, кстати, подполковников и дают. Ох, нифига, у него там звуковая волна была, смотри. Ладно, мы здесь сейчас встанем. Вот сюда вот. И подлечимся. Во, подлечились. Поджарили его немножко, он сейчас будет назад отъезжать. И мы его тоже будем жарить. Так, что ж такое? Он не знает, что ему делать, понимаешь? Понимаешь, он не знает, что делать ему. Бедолага. А время-то сейчас кончится. И сейчас явно кто-то выиграет. Ха-ха-ха, 17 секунд осталось. Он что-то, он спрятался, он реально спрятался. И боится идти на меня. Нет, пошел. Все, и мы его поджарили, да. Можно было, конечно, секундочку подождать, чтобы что-то у нас было. Ну, нифига. Первая звезда наша. И, поехали дальше. А, слушай, мы же можем какую-то купить, либо, ну, черный, как бы, я не знаю. А, такая пасть 2000 стоит. Ох. Ладно, а давай попробуем возьмем Джокера. Джокера. Давайте Джокера возьмем. Джокер, Джокер, Джокер. Джокер, Джокер, Джокер. Так, а ну-ка, смотрим. Ну, в принципе, у этого там другой немножко. Ладно. Тихо. На, на, вонючка. Смотри, что творит. На-н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 а. Получай. Блин, я ж там тебе... А-а-а! Он меня уничтожил. Ладно, я сейчас опять возьму Джокера. Опять возьму Джокера. Угу. Это тоже Джокер, что ли? А, нет, нифига. Джокер вообще маленький-маленький-маленький. Так, давай сразу ракетки. А-а-а, поспешил я с этими ракетками. К сожалению. Не знаю. Но он быстро стреляет, смотри как. Джокер. Офигеть, смотри какой он быстрый. Ох ты. Вот гад, смотри, он все-таки в меня выстрелил, а? Ничья. Успел уничтожить, но мы, ребятушки, сейчас улучшим Джокера. Пьюх. Улучшили. Поехали дальше. Джокер очень часто стреляет. Вон оно, вот его фишка, вот его сила в чем, ребята. Сила в Джокере то, что он очень часто стреляет, понимаешь? Вот, смотри. На, не хочешь ли моих тамагавочек получить? Ага, получил тамагавок. Давай, едь сюда. Смотри, как мы часто в него можем выстреливать. Ага, скорострельный, смотри, какая мощная у Джокера. Один ударчик и все. Есть. Слушай, а мне нравится Джокер. Я раньше вообще Джокером не играл. А тут получается... Уху-ху-ху-ху. Неплохо-неплохо. Мы его еще и повысить можем. Но я только... Ладно, сейчас посмотрим. Угу. Сейчас посмотрим, подумаем. Ух ты. А вот этот уже опасный, слушай, тип. Да, 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 опасно. Хотя, я сейчас... Ай, подъеду. Ой, нет, 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 пожалуйста. Вонючка. Едь сюда, сейчас я тебя отщелкаю. Где же ты там, а? Что-то я его... Куда он спрятался-то, я не понял. Ладно, сейчас будем стрелять, может, попадем в него. Нифига. Ладно, будем подъезжать. Есть. Нифига, так у него отлетело. Стрелялка. Стрелялка отлетела. Он просто, я не знаю, там спрятался, стоял, а потом подъехал. И я как раз подпрыгнул и выстрелил. Представляешь? И попал в него. Так ему и надо. Так, давайте откроем сундук, посмотрим, что у нас в сундучке будет. Ага. 10 монеток? Вы серьезно? 10 монеток? Капец, капец, купец, купец. Так, давайте. Попробуем, возьмем титан. Посмотрим сейчас,
кто у нас тут? Ох-ох-ох-ох-ох-ох, какой чувак. Слушай, я на Титане. Ну, у меня просто очень мощные патроны выбивает. Опа, попал в него, смотри. Два удара. У него, смотри, уже здоровья как мало. На. Так, слушай, ладно. Так, отъехать нужно. Давай. На. Все, разгромили мы его. В легкую просто, в чистую. Давайте, ребят, поиграем 2 на 2. И возьмем Джокера. Угу. Джокером. Так, значит, кто у нас тут? Два чувака. Ух ты! Смотри, большой и маленький танк. Хорошо. Так, я здесь, наверное, встану и начну стрелять. Ой, хорошо. Смотри. Сейчас я их отщелкаю. Ребята. Есть, один готов. Где ты там? Алло. На! Так, взорвался, нет он? Получил. Все, ребята, мы выиграли. Офигеть, подполковника мне дали? Реально? Серьезно? Угу. Так, звезда. Давайте дальше играем. Я играю за Джокера. Два танка мощных. У меня вон этот Феникс будет со мной. Ладно, поехали, Феникс. Поехали. Так, может быть, мне здесь встать пока что? Давай, сейчас я нахлобучивать буду. Так, сразу. Вот эту штучку сейчас мы... они подлечились, смотри, они подлечиваются. Ладно, ох ты, меня уничтожили, моего друга. Мне нужно срочно переиграть. Срочно надо выиграть. Все, поехали в бой. Ух ты, нифига там. Со мной этот Атлас. Угу. Ладно, Атлас, поехали. Конечно, не особо такой сильный, ну да ладно. Давайте я вот этого сейчас отщелкаю. Получится у меня или нет? Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Атласик. Ах! Нас обоих уничтожили? Да как так? Всем привет, ребятки. Вы на канале Дудаплы, и мы играем в Heels of Steel. И сейчас я выберу себе танк и буду играть против босса. Давайте я возьму Титан. Титанчиков. Титан. Угу. Мы в пустыне играем. Ну, сейчас надо попробовать мне как-нибудь вот этих боссов уничтожить всех. Ух ты, какой молодец Титан, смотри, с одного удара уничтожил босса. Следующий, армада. Угу, давай едь сюда. В принципе, у меня здесь хорошее место такое. Будем отсюда. А почему ты не убиваешься, а? Какой-то неубиваемый был. Босс неубиваемый, сколько мы на него стреляли. Почему я играю, ребята, с боссами? Потому что с боссами можно очень много заработать денег, смотри. Угу. Сейчас надо до 1000 дойти. Может быть, в итоге, 2000 у нас будет, не знаю. Ох ты, есть. Вот уже тысяча. Так, а ну-ка, вертушки. Вертушки тут посложнее. Угу. В том плане, то, что они, видишь, уже подлетают очень близко. Начинают стрелять. Вот он меня сейчас просто-напросто разрядил. Разрядил, вот так вот под меня подстрелял. Просто так, не знаю, за ни за что. Просто я был не готов. Просто как, да, включилось, что у меня управление работало. Он уже очень рядом был, очень близко. Как вот этот бомбардир сейчас, смотри уже. Во, один удар только в него я стрельнул. Так, давайте ждем. Опа, еще один ударчик в него. Да ё-моё, чё ж ты так встал танк на колеса и стоит? Не двигается. Так, ну лазерную пасть мы... Это легкий противник. Смотри, он даже сейчас заехать не сможет. Так, а ну-ка, опа, отсюда будем стрелять сейчас. Есть. Попадание, во. Только-только начинает стрелять. Ох ты, ты меня, смотри, не попади еще. Ох, не попал. Хорошо, не успел он мне попасть. И получается колечко. Пошло кольцо. Спираль. Кольцо, спираль. Ох ты, тихо. На, ты что, смотри, что творишь, а? Вонючий. Вонючка.
Пошли танки, а теперь заново обнулились. Танки обнулились, произошло обнуление. Танки пошли заново, новые. Ах ты, гад. Смотри, что он творит. Смотри, что же он творит, а? Есть, уничтожили. Так, главное, чтобы пока вертолетчики... А, нет, пока вертолетчиков нету. Ага, легиончик. Сейчас мне быстренько, я сейчас залечусь. Подлечиться надо. Во! Немножко подлечились. Все. Теперь стреляем в него. Получается у нас? Нет, нифига не получается. Давай, уничтожь меня. Уничтожь. Давай, уничтожь. 1500. Ох, ребятушки. Так, но нам нужно 2000. Не знаю, получится, нет? Будем стараться. Угу, да ё-моё. А, ну ты, в принципе, несложный. Так, после тебя кто там будет, интересно? Вертолетчик, наверное. Да, вот вертолетчиков я не очень люблю. Вообще не люблю. Вообще не люблю вертолетчиков. Смотри, что он сделал. Он уже меня подбил. Просто так. Просто так. Давай, едь сюда. На, есть удар. Давай, еще. Нет, мимо. Да ё-моё, где ж ты там? Еще один удар. Готов. Во, 1700. Сколько этот мне даст монет? Если у меня сейчас 1700. Ах ты, гад, смотри. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Главное мне здесь ласты не склеить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, бомбардир вонючий. Ах ты, вонючка, он бесконечно вот так вот стреляет. Ладно, давайте мы его сейчас попробуем уничтожить. Ах, нет. К сожалению, ладно. Еще пару ударов. Раз. И еще последний удар. Два. Готов. 1700 было, 1800. 130 монет где-то дается. Дает танк, 130 монет. Так, лазерный. Лазерный чувак. Давай, едь сюда. Давай. Подъезжай. Где ты там? Так, тихо. Он мне тоже даст где-то 100 монет. Ой-о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 й. Да, давай. Ё-моё, нет, не стреляй в меня. Да ё-моё, гад, давай отъезжаем отсюда, от него. Попробуем здесь, сейчас мы его отщелкаем. Есть, готов. Сколько? Ух ты, почти что 2000 монет. Почти что 2000. Ладно, этого удар грома, ну, он не сильный, не сложный. Мы его должны уничтожить. Так, раз, два. Так, я ладно, буду текать немножко. Убегать. Ух ты! Ах ты, гад, смотри, что творит. Все, я в западне. Вот, ну, как раз 2000 монеточек есть. Хорошо. Эх, армадик, вонючка. Давай, я сюда. Ага, он тут очень тоже такой противный. Танк. Тоже сложновато убить. Он меня сейчас убьет. Да, он меня уничтожит. Угу.